Семья Марии Вершининой стала лучшей на отборочном этапе конкурса «Папа, мама и я» в детском саду номер 42. К участию в финале готовились серьезно, но частые заминки при передаче эстафеты разрушили все планы на победу. Первое место не заняли, но победили. Победили в том, что мы пришли со своей семьей, мы старались стремительно бежать, поддерживать друг друга. Но не хватило, наверное, это возраст разных участников, это подготовка и, наверное, удача. Полученному результату семья Вершининых рада. День, проведенный всей семьей, это здорово. А участие в конкурсе «Папа, мама, я» будут отмечать за чаем со сладостями. По словам организаторов, семьи сюда приходят не ради победы. Основная задача и цель данного мероприятия – это приобщить детей к занятию спорта, к здоровому образу жизни, к семейному веселому досугу, чтобы родители показывали своим примером детям, что надо заниматься спортом. Участники соревнований показывали пример не только своим детям. Зрителям на трибунах тоже было что посмотреть и за кого поболеть. Это хорошее мероприятие, которое сплачивает семью, которое дает семье поучаствовать в таком спортивном именно мероприятии, а не интеллектуальном. И это хорошо. Сегодня наш детский сад представляет две команды. Команды страны девочки и мальчика. Мы ими очень-очень гордимся. И как таких не поддержать? Команда, которая победила, совсем скоро будет отстаивать честь Сарова на областном уровне. А там, кто знает, возможно, и на федеральном. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.